Всем здорова, с вами Фрост, и я купил себе новый автомобиль! Блять! УАЗ! Патриот! Он еще и на механике! Я 6 лет механику в глаза не видел! Всем здравствуйте еще раз. Поздравьте меня. Это ведро теперь мое. Прошу любить и жаловать. УАЗ Патриот. Everything is on me, gon' back it up. Matter what. Told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. Хочется патриоты. Кончай весь салон. И накопил 1 200 000. Уйди с дороги. Модные черные ногти. Я обосрался. Нахуя я его купил? Хороший вопрос, я вам скажу. Очень хороший вопрос. Я это сделал осознанно. Практически осознанно. Я придумал один проект, для которого мне нужен был именно УАЗ Патриот. Обязательно. Другой вариант вообще даже не рассматривался. Поэтому я, особо не раздумывая, приобрел себе это чудо подзалупной инженерии. И теперь я счастливый его владелец. Собственно говоря, мне нужна его высота, его огромный размер и его невероятная проходимость, которая будет дорабатываться. Через месяц, полтора-два, вы увидите, во что я превращу это чудо. И поэтому не забудь подписаться на мой канал, конечно же, и поставить лайк. Вот, а то пропустишь, что мы из него построим. А построим очень интересно. Я такого нигде не встречал, надеюсь, больше никогда не встречу, потому что это будет уникальнейший, очень классный проект. Очень интересно, и это того стоит. Так что подпишись и следи за новостями. Возможно, в моем инстаграме тоже будут выходить кое-какие новости о его постройке. Ролик выйдет уже, когда он будет полностью готов. Никаких технических серий выходить не будет. Просто лайк поставь, подели и подпишись. Вот это самое главное. Юные поколения подрастают. Сейчас расскажу им, что это классная машина. Чем славится УАЗ Патриот? Я знал, что они ржавеют, что есть некоторые экземпляры, которые после завода так подходишь, так вот, раз, и у тебя палец насквозь проходит, как будто он привидение. Но нет, он просто ржавый. Настолько, что сквозная коррозия его поедает полностью. Этот экземпляр просто идеальный. Это просто подарочек. Подарочек нам здесь просто достался. Но не без приколов, конечно, смотри. Вот здесь, да? Вот здесь у нас есть это любимые места, которые она первым делом съедает. Конечно же. Посмотри, какой прекрасный низ двери. Покраска. Просто божественный уровень покраски. Хуй с порогом-то. Хуй с порогом. Хуй он сраный-то. Вот еще тоже. Вот, смотри, какая классная штука. О, еще хуйня, смотри. Ну, палец не проваливается, значит, нормально. Вот здесь вот у него тоже вот это вот. Вот это вот. Вот так вот можно долго довольно лазить. Вот здесь у них под зеркалами. Это всегда любимая тема у них. Он очень просто грязный. Я его помыл, но пока мы сюда ехали, и уже скрыл половину здесь рыжиков, которые я хотел вам показать. Вот! Вот! Вот ради этого я покупал эту машину. Нет. Уйди с дороги, блядь! Живи, нахуй! Давай! Не знаю, нахуй вы эту машину в город вообще кто вывозит. Вот ее стихия! Вот, понятно! Вот это, я просто, я кончаю весь салон. Вот это вот, вот, райское наслаждение. Дворники, я же заработаю от наслаждения. Ну, ё-моё! Мне нравится этот звук, ладно. Это не нравится звук, это как у гелика. Это вот за это я люблю эту машину. Это прям комплимент. А у него есть парктроники в комплектации. Есть парктроники. Не работает. Это пластик. Но почему он покрашен? А пластик с грунтовкой красить надо? Или можно так? С грунтовкой. Ну чё, что, блядь? Мне кажется, или здесь нет грунтовки? Это просто так. Можешь маркером подкрасить, блядь. Нахуй щит краску тратить? Причем, кстати, я видел у многих букву А и Р сначала отлито. Или П.
патриот, ратриот, сука, понапишут патриотичными буквами. А, первая власть, потом П. И у меня почему-то такая же больная какая-то тема. У вас проблема с буквой А покрасить нормально или что? Чтобы не пиздеть, что у меня охуенный УАЗик, смотри. Смотри еще раз. Да, блядь. Знаешь, как нормальный УАЗик закрывается? Он сначала вот сюда уебался, потом вот сюда уебался и не закрылся. Причем нормально ударил, он тоже не закрылся. А у меня хороший. А, это мне бабушка от бабушки досталась. Это хорошая штуковина. Штатный нет, ай, похер. Забили уже всякой херы, очень много сюда всего убирается. Можно и людей вот так уж штабелями складывать, и вещи, и салаты на Новый год. Джип у меня отдохнет. Джип у меня прям уже устал, что я его постоянно ебу по таким вопросам. Теперь у меня есть специально обученная машина для этого. Ладно, вернемся к нашим баранам. Это, блядь, завод или не завод? Это, блядь, что так? Это, я не знаю, по-моему, это не завод, но, блядь, на заводе еще хуже, по-моему. Но это похоже, как будто от окна оторвали. Скорее всего, это бывший владелец что-то приделал. Вот эти вот штуки деланы, чтобы дверь не провисала. Причем, когда дверь закрыта, она провисает. Они придумали не дверь нормальную сделать, ну, типа там, как на гелике. У нее же так же дверь открывается. Если мне сказали, что это 9-й Б-класс на уроке труда с трудовиком собрал, я такой... Пиздатые ребята. А когда это завод делают, я такой... Ну, можно было бы и получше. Все-таки миллион стоит. Слышь. Уйди. Эй, патриоте будет. Ой, патриоте. Вот так вот будет. А, не-не-не-не. Плохой, вот так будет. Патриот. Вот. О, о, начальнике понравится. Хороший машина. Пойду сдавать машину. Начальник сказал строить меня. Хорошая реализация. Очень похоже. Это что за хуйня? Это завод или нет? Я просто не уверен. Если это завод, то я не удивлюсь после того, что я увидел. Ну, скорее всего, вот так вот было в заводе. Или это гофр от холодильника, или что это. А потом, видимо, намотали изоленту. А если что-то отвалилось, просто возьми изоленту. Это, блядь, что такое, нахуй? Это что, блядь? Вы, блядь, меня на три части распили? Это завод? Не, я знаю, что это завод, но какого хуя? Почему он распилен на три части? И вот, вот, что это? А целый не был? А можно мне комплектацию с целой вот это, нет? Не? Нахуй я пошел, да? А? А, ну окей, ладно. Ладно, прогуляюсь, типа. Я же теперь владелец счастливый. Блядь, вот это что за прыщ, сука, блядь, он бесит меня, я не знаю. Он вроде везде так и не на одной машине, типа вот... На Вранглере есть тоже, он тоже не в ручке. Но он смотрится пиздато, а здесь, блядь, его выдавить хочется. Что это, блядь, сука? Что это, блядь? Ну, ладно, доебался, просто он меня бесит. Замки вот эти, блядь, отваливаются у меня. Все, я теперь как истинный владелец УАЗа Патриот. У них у всех модные черные ногти, потому что они постоянно, блядь, его перебирают, ковыряют. На самом деле, я новый вообще не криминал покупать, потому что ты вот можешь, там как лотерея. Ты покупаешь новый, он может у тебя сгнить через месяц, может через подольше. А когда покупаешь БУ, то ты уже видишь, какой билетик достался данному человеку. Что за экземпляр, так сказать? У меня есть комплектации и стеклоподъемники. О, поднимаются, заебись. Да сука, давай обратно. Конечно же, он залипает в верхнем положении, конечно, залипает в нижнем положении, но это как автоматический круиз-контроль. Ну, знаете, есть типа два положения, чтобы до конца, а вот у него так это работает. У вас по-своему смотрят на такие вещи. Слушайте, они что-то разработались, больше залипали. Смотри, так машина обратно залечивается. Кто вот это придумал? Типа, это же такая огромная машина для огромных рыболовов, типа... Это что за... Я пальцем не мог попасть на эти кнопки электрорегулировок зеркал. Ну невозможно их нащупать. Они что такие маленькие-то, а? А если дядя 150 килограмм с такими колбасами будет там, он нажмет на все стеклоподъемники, он не попадет на эту херню. Что это такое? А, Вася! Звук понял, да? Нормально, винтовка. Хуяк просто. Ну нормально, бляха, ну... С одной стороны уебански, а с другой стороны, блядь, прикольно. Я не знаю, у меня двоякие ощущения. Блядь, вроде ведрище ебаная машина. А вроде... Ты не обижайся на дядю. Дядя просто, блядь, пиздит на камеру, выебывается. Ты в хороших руках. Мы из тебя такого сделаем. Ты... Все хорошо, блядь. Ты не слушай меня, ты не слушай. Не, ну это, конечно, райское наслаждение, но...
Здесь вообще много звуков можно поиздавать, можно тут свой оркестр тренировать. Но самое интересное, это гребаная акустика в этой машине. Вы слышите вот этот вот звук? Эо! А? А? Что? Это кто? Кто это? Это, блядь, твое эхо. От крыши. Чувствуешь, ты как будто в баке в каком-то находишься. Конечно, когда трахтит на ходу, ты об этом не обращаешь внимания, потому что ты просто перегружен и так другими звуковыми спецэффектами. Но вот когда тишина, ты можешь поговорить сам с собой. Можешь сказать, твои мысли отражаются от этой крыши, проецируясь тебе в подсознание. Настолько пустая комплектация, что, блядь, даже эхо есть. Что мы здесь видим? Мы здесь видим Ебать, как холодильник. Мы здесь видим отформовку под люк. Я имел удовольствие зайти на официальный сайт производителя и не нашел там, блядь, комплектации с люком. Михалыч, неси болгарку! У нас комплектация с демо-люком. Блядь, что это нахуй? Сделай ровную крышу. И какого нахер мне здесь эта штука? Не, она не то, что мне мешает, но, блядь, доебаться-то до вас надо. Что нахуй она нужна? Что это такое? Просто отформовка под люк. Типа, хочешь вырежь, не хочешь не вырезай. Не, ну это, конечно, забота о потребителе, конечно. Ну, а кто еще вам такое предложит? Комплектацию без люка? Ну, отформовкой под люк. Ебать, вы там еще выебываетесь на такую-то машину. За это можно все простить ей. Когда мне приехал, знаете, что сделали? Кто-то додумался включить поворотники. Ой, дворники. Знаете, что произошло? Машина чуть не сгорела. Там начало все коротить нахер. У меня есть фотографии, как там разбирали. Вот здесь вот все нахер повыковыривали. Там, блядь, оголенные провода были. Просто оголенные провода, которые искрили от гребучих дворников. Ну, как бы, окей, да. Но за машиной следили. Она еще в очень хорошем состоянии. Ладно, пройдемте в салончик. Ну, салончик, как бы, вот он. Не особо дорого-богато. Вот, как бы... Ты, блядь, смеешься, что ли? Тебе рулем надо вкрутить. А схуяли? Это что за приколы, блядь? Рулем по груди, блядь. Ну ты че, Вася, ты че? А, ну че, комплектация довольно богатая. Есть 4 стеклоподъемника, есть максимально ублюданский руль из ублюдского пластика, но, как оказалось, я встречал хуже. Слушай, а нахуй тебе вот это покупать, дорогие, вот алькантаровый руль, там еще какой-нибудь дорогой сломать. Купи себе дорогие перчатки одни. И нормально, слушай, кайфовать будешь. Не, ну руль, конечно, уебанский. Это, конечно, не топовая комплектация. В топовых там мультируль трехспицами. Зато у меня брутальный мужицкий руль, блядь. Как яйца быка, блядь. Кстати, пластик мягкий сделает. Смотри, он прям мнется. Сделали бы руль хотя бы из такого, мне приятно было. Смотрится, как будто здесь вот это вот ничего не было. Но кто-то вот так вот, блядь, хочу сюда что-то поставить. Вырезал вот так вот, такой, на сюда. Блядь. Смотрится, ну, как-то по-уазовски. Мультимедиа, я вообще рот его наоборот, я не понимаю, как эта хуйня работает. Здесь есть печка, есть кондиционер, можно все это дело регулировать, там и все остальное, как бы вот это все работает, но оно нахер мне не надо. Ну, печка нужна, печка, а вот этот мультимедиа, там, вот эта колонка вообще не играет. Вот а играет, это не играет. Что-то жарко не находишь, да? Машина считает, что нам не жарко. Машина намекает, что, блядь, либо тебе не жарко, либо ты едешь, блядь, в сервис, нахуй. Открой окошко, блядь, и не пизди, она вот прям... Она, если бы она умела писать вот здесь, блядь, что-то кроме радио, блядь, она бы тебе написала, блядь, и ебучку свою закрой, блядь, и открой окно. Свою форочку закрой, открой нормальную форочку, ебать, тебе кондиционер приспичил. Пошел ты нахуй. Кондиционер ему захотел, ебать, ты комфортный автомобиль что купил, иди ты нахуй. А можно... А, спасибо, вот. Там чё за провод нахрен-то? Это зарядка или аукс, или что это, я не знаю. Ну ладно, это тайна, покрытая мраком. Конечно, тут все регулируется, конечно. Вот так вот можно ездить, как на аттракционах американских. О, тут зеркало есть, нихера себе, я не знал, что зеркало есть. Ё-моё, у меня комплектация с зеркалом, оказывается. Свет есть, в свете есть мухи какие-то. Сзади тоже есть. Кстати, довольно яркий. Крыша высокая, можно вот так вот ехать. Или на тебе кто-то вот так вот будет прыгать. И головой особо ты даже и не ударишься, там надо нормально так подпрыгнуть. Что у нас? Ручни в комплектации имеется, это уже хорошо. Коробка передач. Ничего не могу сказать про коробку передач. Я 6 лет в глаза ее не видел. Мне прикольно, мне по кайфу, мне нравится. Возможно, есть лучше. 100% есть лучше, давайте так говорить. 100% есть лучше, но с этой тоже можно жить. Мне нравится с ней играться. Прикольно, прикольно. Ты понял, у меня подогрев сиденья есть? Не? Подогрев очка есть, а?
Правда, выглядит он как одноступенчатый. Ну, как, то есть у тебя вариант, либо холодно, либо говно кипит. Вот, скорее всего, здесь такое. Не проверял, не знаю. Что-то раздатка, регулировка. Короче, у нас здесь он изначально идет на заднем приводе. Ну, у него как бы базовый, это задний привод. Можно подключить полный. И там, по-моему, как блокировка называется? Межмостовая или, блядь, как эта хуйня называется? Ты не в курсе? Нет. На «Жигуле» нет у тебя? Нет. Блядь. Короче, полный привод. Все, похер, я вам не этот... Не на бездорожье катаюсь. Вот. И дальше идет у нас с вами пониженная, конечно. 4L. Это у нас с вами пониженная передача на полном приводе. Конечно, все очень хорошо. Ну, не богато, как бы. Вот у нас есть вот что. Это что-то владелец, что-то типа лил, что-то, я не знаю, обесшумил ящики, я не знаю. Может, ему жена звонила, она говорит, хуяк, блядь, заебала, нахуй, я тут с мужиками на охоту еду. А, кстати, чувствуете, что тихо? Чувствуете, он не шумит. Обычно, блядь, это ебучая погремушка, блядь. Вот если взять обычный патриот, это ж погремушка просто. А этот, сука, тихий. Потому что прошлый хозяин, у меня с первой двери шумованные, у нас, по-моему, багажник шумованный. Шумка сделана на тачке, и он более-менее тихий. Ты едешь, ну что-то дребезжит, что-то там вроде. Но обычный, вот любой другой патриот возьми, ты удивишься, насколько музыкальным, ну что тебе даже музыка не нужна, как шкатулка музыкальная. Хотя я бы назвал это больше ящиком Пандоры, эту машину нельзя открывать. Придется собирать потом обратно. Ну слушайте, задний диван просто прекрасен, просто огромен. Вы посмотрите, как здесь, во-первых, здесь сколько места здесь. Во-вторых, здесь можно вообще вот так вот не обломаться и поспать, на самом-то деле. Вот так все закрывается, очень просторно, очень, очень большой салон, это прям вот классно. Но, блядь, когда я вижу вот это, сука, меня бомбит, блядь! Ну, в салоне, если вот не смотреть, вот двери закрыть и вот так вот сидеть, что спереди, что сзади, прям, ну, хорошо себя чувствуешь. Здесь даже подголовники есть, прям пассивный и безопасный, не самое нищенское. Потому что в самой бомжатской, говорят, подголовников нет. Ну, как и, блядь, и в Нивах тоже, помню, у деда ездил в Ниве, там сзади сидишь, там вот как в середине, там шею уже так, как уже лечь, ты не знаешь. Ну, как в первую очередь, это безопасность, а во-вторых, комфорт, ну, или наоборот. Стеклоподъемнички даже сзади есть. Но нет второй печки. Есть вторая печка, но это доп. Опции, не нужно платить. Здесь есть заглушечки. Можешь, если что, сам поставить. Вон, заготовочка есть, но второй печки нету. Так что комфортно будет только передним пассажиром. Меня угораздило зайти на сайт производителя этих машин. И там написано, знаете что? Я тоже охуел, когда увидел это. Семейный Вася автомобиль. Я такой думаю, ну, если, в принципе, ты не любишь свою семью, то нормальная машина, потому что она отрыгнет твою семью сначала на заднем сиденье, а потом всех членов на переднем сиденье, потому что, блядь, рессорная подвесочка, но это как бы, ну, это, конечно, прикольно. Но отрыгивать пассажиров и все, что находится в салоне, она очень успешна. Я-то, счастливый владелец джипа Grand Cherokee, думал, что вот это чудо инженерной мысли будет очень мягким, как бабушкин диван. Он будет валким, он будет там падать на бок в повороте, ты как-то не так себя поведешь. Он это делает прекрасно. Я вот два раза чуть не положил на бок, на самом деле. Я забыл. Я не знаю, с какого хуя я думал, что он будет мягкий, что он будет какой-то там комфортный. Это же рессорная, блядь, подвеска. Она отрыгивает все, что есть в салоне. Все, что выше колесной базы находится, она пытается отрыгнуть. На любой кочке. Ты вот, у него подвеска, понимаете? Вот есть рельеф дороги, и есть твоя жопа. И вот подвеска делает все, чтобы ты понял, что машина чувствует. Она прям вот сканирует, блядь, отражает весь рельеф на твоей задней. Речь, блядь, жесткая речь. Ой, кочка, горошина, блядь. Это как принцесса на горошине, которая что-то колется, блядь. Подвесочка, заботится о том, чтобы ты, так сказать, прочувствовал патриотичность дорог. А, ну еще, да, безопасность этой машины, ну, хуй знает. Зависит от того, насколько ты любишь своих детей, семью. Не знаю, семейная же машина. Да, она здоровая, она. Ну, купи ты какого-нибудь корейца большого, и он будет действительно в грязь, она не полезет, потому что там ты его потеряешь, он утонет нахер. А это, блядь, говно в говне не тонет. Наверное, именно так и действует его грязевая проходимость. Говно в говне не тонет, да? Блять, ну вот как бы я ни говнил эту машину, мне нравится она в управлении, мне нравится на ней ехать. Блять, ну пиздатая тачка. Правда, 50% времени, что на нем едешь, ты обычно едешь в сервис, но другие 50% как ты наслаждаешься. Ну, дорогого стоит. И весьма удручающая меня хуета, это
два бака, правый и левый. Сначала правый, но это ладно, у нас есть и второй. Сука, у нас есть левый. И как вы думаете, нам его как его заправить? Это нам повезло, сейчас здесь пустая заправочка. Мы сейчас вот так вот раз, и мне придется два, сука, раза пойти оплатить. Но некоторые пытаются вот так вот пойти, и... потому что там очередь обычно. Вот так вот идешь, тянешь, и ты не дотянешь. А все. А раньше надо было подъезжать. Удобно, пиздец. У него что получается? У него основной бак правый, который мы первый заправили. Второстепенный у него левый. Потому что пока двигатель работает, из него постепенненько перекачивается, как из канистры, бак туда. А что он, блядь, отщелкнулся? Или нет? А, нет, он льет. Нет, не льет. Короче, перекачивается бак. Да иди ты нахуй! Сука, ты заебал брызгать. Пока двигатель работает, из-за того бак перекачивается в правый. Короче, тупо, блядь, канистра. А, ну, на самом деле, здесь еще умирает постоянно моторчик и нихуя не перекачивается, поэтому у тебя просто ебаная канистра рядом. Хочешь, там, в канистру сам отсосал нормально и перелил в нормальный бак. Не знаю, работает он здесь, не работает, вот сейчас и проверим. О! Как я люблю ходить на заправочку. По три раза. Вася полный, Слушай, а баки, оказывается, разные. Мне сказали, что у него бы по 46, а у меня 39 под завязку. Может быть, там, конечно, что-то было. У меня есть информация, что на новых сделали один бак, и любители вот этого чуда начали собирать петиции, чтобы вернули обратно два бака, потому что, ну как же так? Это вы что, хотите паркетник сделать? У вас все, какой один бак? Должно быть два бака. Это же так удобно. Вот, и они возмущаются, говорят, типа, клиренс уменьшился на 3 или 4 сантиметра, по-моему, и бак, типа, ну, как бы они как бы подрамы или что-то, короче, бак стал выпирать, и чтобы два бака соединить, как бы перешейк сделали, и он, как бы, немного опустился. Они там, петицы, верните два бака, вы что, охуели, что ли, что-то с не уважаете? Да вы что, дебилы, что ли, блядь, что очень удобно, ты подъехал, с одной стороны заправился и поехал. Бля, тут педаль, ты посмотри, какая педалина просто. Короче, самый интересный вопрос. Мне этот экземплярчик достался за 590 тысяч, на нем 106 тысяч пробега из-под одного владельца. Машина вызывает у меня спорные чувства. Но с одной стороны, хочется его прямо обосрать с ног до головы. А с другой стороны, я уже на нем поездил. Просто вот его среда. Вот здесь он, блядь, король этого мира. Сука, уйди с дороги! В городе он такой, блядь, не пиздите меня, пожалуйста, я сейчас уеду обратно в деревню. У него огромная моральная и фактическая проходимость, и это после джипа, и я прям не могу нарадоваться, что я вижу кочку и такой, давай, больше мне кочек, давай, грязь, давай я сюда, ямы, лужи, давай все сюда. А, кстати, с лужами проблемки могут быть, у них сапуны уебанские, если ты потопишь его по ступицу, то, скорее всего, лучше заехать и поменять масло там в мостах, там в раздаточке. Лучше везде поменять масло. Вот. В джипе можно заезжать и ехать дальше. А лучше переделать. Понятно, что можно поставить нормально. Но, сука, я-то хочу нормальный с завода. Я, блядь, 1 200 000 мог бы заплатить, если бы купил бы новую. А знаешь, что слышат люди, которые приходят, покупают машину новую? Ты накопил 1 200 000 и пришел к нам. Мы тебя поздравляем, но съезди-ка лучше на протяжечку всего автомобиля. Примерно так происходит вручение автомобиля УАЗ Патриот. К счастью, я не прошел через эту процедуру. Если бы вот он стоил 800 тысяч в максималке новый, сейчас там еще и комплектация автомат вышел, потому что это городской, Вася, удобный, комфортный автомобиль-внедорожник, который и по говну повезет, и семью в магазин отвезет, и чещу надо. Ну, вот чещу можно, в принципе, вот так уж. Мы там, вот так вот, здесь скакался пакетами с картошкой, блядь. Тещу можно возить, да? Шлавливые пальчики, блядь, как он открывается, нахуй. А? Газлифты, да? Ой, уронил. Ой, а что случилось-то? Ну не хватает мощности газлифтов-то, да? А куда его? Не достает. Ой, а что такое-то? Что такое? У вас патриот это, рубаха в жопу засучила, блядь. Газлифты сдохли, заводские, кстати говоря. А газлифты установили так, что, блядь, не дотягивается до штатного места установки. Он говорит, руки, блядь, кривые, лучше не трогай. Специально для вас посмотрел, как называются движки, которые у них ставятся. Запомнил, что тут, по-моему, 409-й стоит, но забыл маркировку, что там за хуета это стоит. Но движок хороший, грузовой, низовой, вообще мощный. Движок и коробка здесь нормасик.
Нормасик. Это вот, ну, это хорошая часть этого автомобиля. О чем рассказывать? 134 лошадиных силы здесь, и сколько-то момента я подготовился. Вот, у меня здесь записано, что он весит 2,125. Блять, а что еще рассказать про это? Мне, я не хочу рассказать вам историю двигателя, это никому нахер не срался. Движки меняют, блядь, как перчатки постоянно. Постоянно разные двигатели. Даже не... Машина, блядь, с каких-то там 70-х, 80-х годов, они придумали ее в те годы, а потом движки только меняли периодически. И что тебе хуйня, что эти хуйня? Ну, вроде это нормальный. А, двигатель бензиновый. Дизель охуенный у них. Но нам подвернулся бензин, и в таком состоянии мы решили не выебываться и брать то, что есть. Ну, собственно говоря, муа! Конфетка. У меня еще вопросы есть к прошлому владельцу. Бля, где фаркоп? У меня вот опять, я надеялся, что я куплю хоть одну машину, у меня будет вторая машина с фаркопом, мне постоянно прицеп надо таскать. Нет, нет, фаркопа нет, нихуя. Очень жаль. Ну, про зазор я вам даже говорить не буду. Они везде живут своей жизнью. А здесь просто въебали. А, вот единственное ДТП у него, которое есть. Что-то, я даже не уверен, что это машина была. Я не знаю, может, он в дерево куда-то. Что-то... По базе ничего нет. Но сюда что-то прилетело, короче говоря. Если прислушаться, можно услышать, как он гниет. Что она делает? Ну, хочет спиздить патриот, блядь. Он сейчас кусочек отспиздит, он смотрит, блестит какая-то хуйня. Стоит какое-то ведрище, блядь, отражает свет. Она смотрит, блядь, надо что-то спиздить, а сейчас подлетит, поворотник вырвет нахер. Я сначала подумал, что в натуре мы слышим, как он гниет. Вот я, знаете, что заметил? Я ездил на разных машинах, но какого-то хуя патриот меня как-то очень чаще стали зажимать на патриоте. То ли то, что я как-то на механике не настолько еще привык ездить, я... Четвертый день езжу на патриоте, вот я к механике более-менее привыкаю, после 6 лет, так сказать, перерыва, ушел из большого спорта механического. И как-то меня таксист щеманул, потом еще какой-то черт, блядь, меня на Рено каком-то пытался щеманул, я, конечно, их всех разъебал. Но типа, блядь, как, куда ты лезешь, блядь, это огромный патриотище, он, блядь, гигантский, он высоченный. Я вот так вот на тебя сверху смотрю, я в Макдональдс, когда подъезжаю, обычно ты всегда смотришь, давай сюда пакетик. Из джипа я смотрю, ну, нормально, на уровне. Я даже после джипа вот так вот, блядь, ты где там, блядь, колу мне передай. Я чисто вот на 5 минут за бургером вашим этим абрыганским приехал к вам из села, я сейчас обратно уезжаю, блядь, где ты там, блядь, днище, ебать. И также, блядь, вот там, если меня кто-то щемит, я тебя даже, блядь, не вижу. Я на патриоте, я тебя не вижу просто, сука. Ты потерялся просто на моем фоне. Но ощущение, конечно, прикольное, блядь. Ты едешь просто папа на дороге, смотри, пазик, блядь. Ебать, ты где? Ты где там, ебать, тебя не вижу? Где газель, Next, блядь? Здорово, на уровне, ебать, едем. Газель, там пазик опять, ты где, ебать? Это я еще не поднял его. А это то ли еще будет. Патриот — это та машина, на которой ты можешь всегда съебаться. Съебаться вот так вот. Бордюр, поребрик, похуй, встречка, другая машина, блядь. Как это? Пригорок, похуй! Ва-а-а-а! Нормасик! Какие-то звуки приятные пошли моему сердцу. Я вижу цель, не вижу препятствий. Я ж на вас патриоте. Ну чё, народ, погнали? Господа, вынужден признать, что я обосрался немножечко. Я, блядь, еду, что-то снимаю GoPro, думаю, сейчас изи бродик.
Там что-то глубоко, блин, у нас там капуста нацепляла какой-то. Вот для этого мне и нужен УАЗик. Но мне просто пока очково, понимаете? Пока что мне немного очково, я еще к ней. Четвертый день на нем катаюсь, я еще привыкаю. Видите, говны как бы, вот. Мне интересно залезть во всякую хрень. Я не знаю, на что он способен, но обязательно это выясню. Я не знаю, кто это сделал, но эта машина ненавидит людей еще... Ну как людей? Моих соседей еще больше, чем я. И я ненавижу только тех, кто выебывается. А она ненавидит всех. Представим картину. Ночь. Улица. Ну, возможно, фонарь с аптекой, но это все хуйня. Нахуя? Я знаю, что ты закрылся. Я слышал по этому алдовому звуку твоих замков. Зачем он бибикает? Я, конечно, не люблю соседей, но не настолько же. Они меня палками бить будут скоро. И он открывается тоже, непростой человечка. Открылась. Хуя. Еще раз нажми. Я не знаю, может, в этом есть какой-то фетиш со второго раза открывать все двери? Я не знаю. Я смысл... А что он поморгать может? И побибикать. Ну, если вдруг соседям не хватило, они мне... Заебал бибикать! Пошли нахуй. Надо на крышу установить полосу, типа, пошли нахуй. Вот такая бегущая строка. Что когда ты высовываешься, там, возмущаешься, там, пошел нахуй. Если вдруг у тебя возникают какие-то вопросы к этой машине, ты тоже сверху так взглянул, пошел нахуй, ну, все, пошел. Ну, обидно мне за машину. Покрасьте вы нормальную машину. Ну как тут? Ну, я это вижу, мне обидно за машину. Мне она очень нравится в управлении. Окей, вы продаете как семейную машину. Но сделать чем-нибудь с безопасностью, я не знаю. Ну, хотел сказать, камеру поставить, или чтобы парктроники работали. Но они ж поставили камеру, сука, на новых стоит камера. Вот здесь. И это колесо закрывает половину. То есть ты с одной стороны видишь, а с другой стороны хуй тебе. Но есть же варианты сделать. Мне просто обидно за эту машину. У тачки просто ебейший потенциал. Он просто бешеный. Ее настолько любят. Они готовы просто ее покупать. Они готовы ее обслуживать. Готовы вкладывать в нее бабки. Готовы доделывать. Готовы терпеть эти рыжики. Готовы терпеть все. Ну сделайте в конце концов нормальную машину. Ну ё-моё. Ну 1 200 000. Ну сука. Или цену сбавьте. Я, конечно, понимаю, что сейчас все машины захуели, как сколько они стоят. Гребаные корейцы сейчас то же самое, блядь. Рио стоит 1 100 000. Ну, окей, в максималке там, наверное, где-то так. Возможно, мне сейчас могут сказать: ой, да у тебя старое ведро, старая машина, вот новую купишь. Так я посмотрел, что такое продается сейчас новое в магазине. Ты ее купишь, ты ее будешь вот еще 4 года приводить до такого состояния, чтобы она еще сохранилась такой. Там типа, ой, Вася, кожаный салон есть. Он был, а сейчас 57 тысяч надо за него доплатить. И кожаный салон, знаешь, лучше чехлы кожные надеть. Дешевле и приятнее будет на самом-то деле. Ну вот, как-то так. В общем, я знаю, для чего мне эта машина. И скоро вы узнаете, что я из нее сделал. Ну как скоро, месяц через два. Поэтому обязательно не забудь подписаться, поставить лайк. Жирнейший, сочнейший, мощнейший. И, конечно, поделиться роликом с своими кинотофариками. Вот, чтобы они тоже посмотрели, ознакомились. Машина доставляет большущее удовольствие на бездорожье. В городе, ну... Так как я молодой, перспективный человек, мне вообще похер, типа, я не обломаюсь на ней ездить каждый день, и на работу, и на учебу, и куда угодно, типа, мне похер. Но идеально, если у вас эта машина не одна, то есть у тебя есть комфортная машина для города и УАЗик. У меня это вообще третья машина, которым я пользуюсь регулярно. Ой, ебать, нам... Блять, у нас в противотуманках вода, типа. Можно рыбку туда... посадить. Везде можно найти свои плюсы, понимаете? Вот так вот. Мышление всех любителей у вас, патриот. Можно терпеть все. Можно по-разному смотреть на вещи. Но, сука, когда ты платишь честно заработанные бабки, за него хочется как бы уважения хотя бы, я не знаю. Это, как талончики тебе дают, знаешь, как отрывные, типа, это, веркнижка там отрывные, короче, чековая книжка, только у них книжка пошел нахуй. У тебя предел какой-то, пошел нахуй, вырываешь, там пошел нахуй. Вот так вот. Вот. А на этом все, удачи вам и пока-пока.